дети, отдых и здоровье – ключевые темы в работе вожатых, как и 90 лет назад. Именно тогда в России впервые применили этот термин. Выбрать лучший детский педотряд собрались опытные и начинающие педагоги области. У Вероники идея стать вожатой возникла спонтанно. Занимается этим недавно, но уверена – все приходит с опытом. В ее копилке три вожатские смены в лагерях детского отдыха. Мне кажется, с маленькими работать посложнее, потому что там еще дети тоже разные. Очень. Кто мамой называл, кто как. Ответственность большая. Главное – ответственность и детей любить. Сложной показалась работа в Утятском психоневрологическом санатории. Вероника отмечает, что настоящий педагог должен находить общий язык с детьми разных возрастов. Мне очень нравится с детьми работать. Душа прям радуется. Возраст участников фестиваля от 14 до 18 лет. Показали педагогическое мастерство коллективы 10 курганских школ и молодежных организаций. Отряды оценили по 4 номинациям. Выставка газет и фотоматериалов в доме вожатых, танец, мастер игры. На сцене прозвучали 10 вожатских песен. Начинать работать с детьми можно в любом возрасте, уверены организаторы. Это учит самостоятельности. У нас существует множество проектов и программ, в которых ребята по исполнению 14-летнего возраста уже имеют возможность попробовать себя на поприще помощника вожатого, помощника воспитателя или инструктора по организации отдыха ребят. Лучшим по итогам конкурса стал отряд 47-й гимназии «Экипаж 47». В качестве приза победители получили денежную премию 3000 рублей. Ольга Тыщик, Александр Киселев, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45».